У него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия, в том числе и в наших странах. Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение. Я ему об этом говорил. Я готов в Вашингтон приехать.